А сейчас я спою, знаете, я благодаря своему коллеге по куртуазному ордену Андрею Добрыне, который, я надеюсь, выступит сегодня здесь, понял одну нехитрую вещь, что настоящий хит, он не должен иметь никакого подклада там, щипковых, клавишных, прочих инструментов. Он даже не должен иметь мелодии как таковой. Вот, и я вам такой хит сейчас представлю.